Итак, сегодня мы будем с вами вязать вот такие вот тапочки. Они вяжутся довольно-таки быстро, относительно просто. Если постараться, то с ними справится даже начинающая рукодельница. Единственное такое исключение, что на эти тапочки за счет того, что вязка плотная, идет немножечко больше пряжи, чем на обычные стандартные тапочки. Мы будем с вами вязать вот такие вот тапочки с цветочками. Если же вы не хотите с цветочками, хотите однотонные, тогда вы можете не менять нитку, а просто продолжать вязать одним цветом. Ну что ж, давайте приступим. Итак, вот такие вот тапочки мы с вами будем вязать узором звездочки. Мы уже с вами учились его вязать. По крайней мере, я показывала мастер-класс, как вязать таким узором. Ссылочку на этот мастер-класс я оставлю в описании. Вот, сегодня же мы с вами будем таким узором вязать тапочки. Для вязания нам будет нужно 3 цвета пряжи. Это основной цвет. У меня это вот такой вот кремовый. Им у нас будет связан, в принципе, практически весь наш тапочек. Нужно будет немножечко зеленого цвета для вот таких вот, получается, листиков наших цветочков. И для самих цветочков и нашей обвязки вот этого края нам будет необходим какой-нибудь яркий цвет. Я выбрала вот такой вот, больше к фиолетовому. Вы можете выбирать красный, розовый, синий, фиолетовый и так далее. Какой хотите. Сразу хочу предупредить, что желательно для такого вязания, именно для такого узора, лучше всего брать нитки не сильно толстые, потому что в противном случае вам будет тяжело их провязывать. Также нам будет необходим крючок, который соответствует размеру нашей пряжи. У меня это 2,5. И, как обычно, ножницы для обрезания нитей. Ну что ж, давайте приступим. Свое вязание мы начинаем с того, что набираем 2 воздушные петли и первую не затягиваем. Первая, вторая. Теперь смотрите, вытягиваем ниточку. Она у нас, когда вот так мы вытягиваем первый раз, всегда будет считаться первой петлей с накидом. Теперь делаем накид. И в нашу первую петельку, которую мы не затягивали, вытягиваем одну петлю. То есть это вторая. Накид в первую петельку, третья. Накид в первую петельку, четвертая. Придерживаем пальчиками нашу ниточку. Вытянули. Теперь за нашу нить, которую держали, вводим крючок. Вытягиваем рабочую нить. 2 петли на крючке провязываем вместе. Можем подтянуть вот этот вот наш хвостик, которым был затянут первая наша петелька. Теперь вяжем одну воздушную. Вытягиваем опять ниточку. Стараемся всегда вытягивать ниточки на одинаковое расстояние. Это первая нитка на крючке. Раз, накид. Вот в это пространство вяжем 2, накид вот сюда же 3, накид сюда же 4. Придерживаем пальчиками нитку, протягиваем за нашу рабочую нить, выводим ниточку, 2 петли вместе. Воздушная петля, вытягиваем нить. Вновь одна петля уже есть на крючке, накид. Сюда вытягиваем вторая, накид, вот сюда третья, накид, четвертая. Придерживаем пальчиками, вытягиваем за нашу ниточку, которую держали, вытянули, провязали. Воздушная. Опять вот сюда. Одна уже есть, две, три, 4. Придерживаем, вытягиваем, провязываем. Техника везде одинаковая. Вот у нас 4 элемента. Дальше вяжем воздушная петля, вытягиваем нить. Первая петля на крючке, вот сюда вяжем вторую, накид, третья, накид, четвертое, но не спешите завершать. Теперь находим вот это вот пространство, да, куда мы с вами вязали предыдущий, получается. И теперь смотрите, нам нужно вот сюда провязать 4 вытянутых петли с накидом. Так как у нас на крючке нет вот первой петли, да, как мы обычно вытягивали начальную, значит, сюда мы делаем 4. 1, вытянули, накид,
сюда же 2, накид сюда же 3, сюда же 4. Находим следующую. Повторяем точно так же. 4. Раз, накид, 2, накид, 3, накид и 4. Вот у нас получилось 3 вот такие вот связки. Теперь придерживаем пальчиками нашу ниточку рабочую. Протягиваем через все нити. Находим нашу нитку, которую держали, вытягиваем и провязываем. Вот что у нас получилось. Дальше набираем одну воздушную, вытягиваем, и вот сюда в основание, первая на крючке, сюда вторая, третья, четвертая. Находим вот это вот основание, в него 4. Считаем 1, 2, 3, 4. Я не буду каждый раз говорить с накидом, потому что везде здесь вяжем с накидом. Теперь находим следующую, точно так же 4. 1, 2, 3, 4. Придерживаем пальчиками рабочую нить, вытягиваем через все нитки. За рабочую вытянули 2 петли, провязали. Опять воздушная петля, вытянули в основание, вяжем тут 1 на крючке, 2, 3, 4. Находим вот это основание, в него вяжем 4, 1, 2, 3, 4. Находим вот это вот, получается, была самая наша первая петелька. В нее также 4 провязываем. 1, 2, 3, 4. Опять связка из 3 элементов на крючке. Провязываем вместе за рабочую петельку. Вытянули, провязали. Воздушная петля. Вытянули. Вот сюда вяжем 1 на крючке, 2, 3, 4. И опять в основание вот сюда, в первую нашу самую первую петлю вяжем 4. 1, 2, 3, 4. Провязываем 2 наших элемента. Вместе. Вот таким образом. Начальный хвостик можно подтягивать. Теперь вяжем 1 воздушную. И смотрите, вот сюда можно, в принципе, закрепить маркер. Без разницы куда, просто чтобы понимать, где у нас этот угол. Скажем так. Потому что у нас будет в носке, вернее, в нашем тапочке, 2 угла, на которых будет меняться вязание, пока мы будем увеличивать ширину. Так, дальше вяжем. Вытягиваем петлю в основание. Первая на крючке, вторая, третья, четвертая. Поворачиваем наше вязание. Вот сюда в основание, опять в первую нашу петлю, вяжем 4. 1, 2, 3, 4. Если растягивается, просто поправляйте и не бойтесь, что оно распустится. Так, и в третью, вот нашу следующую точку, да, мы опять набираем 4. 1, 2,
три, четыре. Все, опять у нас три элемента на крючке, три связки. Мы их провязываем вместе. За нашу ниточку вводим крючок, вытягиваем и провязываем. Вот мы с вами перешли, получается, на обратную сторону. Дальше вяжем одну воздушную, вытягиваем первая на крючке, вот сюда в основание, вторая, третья, четвертая, вот сюда в эту точку, четыре, один, два, три, четыре, в следующую точку опять четыре, раз, два, три, четыре. Три связки на крючке провязываем вместе. За ту нитку, которую держали, вытянули, провязали. Вновь вяжем. Одна воздушная. Вытягиваем. Одна есть. Вторая в основании. Третья. Четвертая. Вот сюда четыре. Один, два, три, четыре. Вот сюда четыре, в следующую точку. Один, два, три, четыре. Три связки на крючке провязываю вместе. За нитку вытянула, провязала. Одна воздушная, вытягиваю. В основание одна на крючке, вот вторая, третья, четвертая. Вот сюда в основание четыре. Раз, два, три, четыре. Две связки на крючке провязываю вместе. Вытянула, провязала. Вот мы с вами дошли до угла. Теперь находим следующую нашу вот эту вот точку, да, переходную. В нее вводим крючок и присоединяемся соединительной петлей. Вот что у нас получилось в нашем, так сказать, первом ряду. Обратите внимание, чтобы вы были уверены, что вы правильно вяжете, у вас должно быть одинаковое количество вот таких вот элементов, раз, два, три, четыре здесь и раз, два, три, четыре здесь снизу, тогда значит вы вяжете равномерно и правильно. Начинаем следующий ряд. Воздушная петля, вытягиваем в это же основание, вытягиваем еще три. Раз, два, три. С той петлей, которая была на крючке, четыре. Я думаю, вы уже поняли, что когда одна петля на крючке, значит мы вытягиваем 3. Во всех остальных случаях, когда у нас на петле, на крючке нет петли, первой начальной, которую мы вытягиваем, тогда мы вяжем 4. Придерживаем, провязываем один элемент. Воздушная петля. Вытянули. Вот она, наша одна петля. Сюда же в основание 3. Раз, два, три. Находим вот эту точку, в нее 4, так как нет вытянутой петли. Это уже завершенный ряд, элемент точнее. 1, 2, 3, 4. Находим следующую точку, тоже 4. 1, 2, 3, 4. Провязываем 3 элемента вместе. За нашу нитку вводим крючок, вытянули, провязали. Воздушная, вытягиваем, одна петля есть, в основание вторая, третья, четвертая, точка вот эта, 4 петли. Раз, два, три, четыре.
Следующая точка тоже 4. Раз, два, три, 4. Три элемента на крючке, три связки провязываем вместе. Крючок за нитку, которую держали, вытянули, провязали. Воздушная петля. Повторяем вновь элемент. Вытягиваем. В основание 3, так как одна на крючке была уже. Раз, два, три. Вот в эту точку 4. Раз, два, три, 4. Следующая точка тоже 4. Раз, два, три, 4. Три связки на крючке. Протягиваю вместе. За нашу рабочую нить вытянули, провязали. Воздушная петля. Повторяем, вытягиваем нитку. В основание еще 3. Раз, два, три. Вот в эту точку 4. Раз, два, три, 4. Там, где маркер, тоже 4. Раз, два, три, 4. Три связки на крючке провязываем вместе. За нашу ниточку вытянули, провязали. Теперь там, где у нас маркер, с этой стороны мы всегда будем вязать вот таким образом. Вяжем воздушную, вытянули. В основании еще 3. Раз, два, три. Там, где маркер, 4. Раз, два, три, 4. Придерживаем нитку и провязываем 2 связки вместе. И вновь переносим маркер уже вот сюда. То есть, когда мы вяжем вот так вот двойную, то есть, когда мы провязываем сбоку, вот здесь вот с этой стороны, 2 элемента, да, 2 связки, мы тем самым увеличиваем наш ряд. То есть у нас с каждым разом будет увеличиваться количество вот здесь вот наших рядов, то есть будет расширяться наш носочек. Дальше продолжаем вязать точно так же. Вяжем воздушную, вытягиваем, в основание 3. Раз, два, три. Вот сюда в следующую 4. Раз, два, три, 4. В следующую опять 4. Раз, два, три, 4. Три связки на крючке провязываем вместе. За нашу рабочую нить вытянули, провязали. Воздушная. Вытянули. В основание 3. Раз, два, три. Следующую точку 4. Раз, два, три, 4. Следующую точку тоже 4. Раз, два, три, 4. Три связки на крючке. Провязываем их вместе. За рабочую нить вытянули, провязали. Вновь повторяем. Воздушная. Вытягиваем. В основание 3. Раз, два, три. Следующую точку 4. Раз, два, три,
4. Следующую точку опять 4. Раз, два, три, 4. 3 элемента, 3 связки на крючке провязываем вместе за рабочую нить, вытянула, провязала. Вновь вяжем воздушную, вытянули, одна петля есть, в основании еще 3. Раз, два, три. Следующую точку 4, простите. Раз, два, три, 4. И в следующую точку тоже 4. Раз, два, три, 4. 3 связки на крючке провязываю вместе. Воздушная петля. И получается, вытягиваем и вновь повторяем. В основание 3. Раз, два, три. Вот сюда, в следующую точку. Раз, два, три, 4. Смотрите, это вот как бы наша, да, вот параллельно нашему вот этому маркеру. То есть это наш следующий угол. Угол здесь и угол здесь. Везде провязываем по 2 связки. Провязываем связку из 2 петель, из 2 элементов. Провязываем, вытягиваем. И находим наш следующий вот этот вот, нашу следующую точечку. И присоединяемся соединительной петлей. Хочу обратить ваше внимание на то, что вот здесь, где у нас маркер, и вот здесь, где мы с вами присоединялись, мы вязали дополнительно двойные связки. То есть вот здесь одна двойная связка, и вот здесь одна двойная связка. Это для того, чтобы вот здесь вот по углам мы расширяли наш тапочек. Вот посмотрите, как у меня на первом тапочке у меня начиналось все, да, с того, что у нас тапочек был более узкий, дальше расширялся, до того момента, где у нас вот где пальчики заканчиваются, там косточка, да, есть. Это вот самая широкая часть нашей ножки. Вот до того момента я вязала именно таким способом, как я сейчас покажу вам в этом ряду. То есть каждый последующий ряд до расширения мы будем вязать вот именно таким вот способом. Когда мы дойдем, то есть вы замеряете, сколько у вас там получается, везде размеры у всех разные, то есть вы замеряете по ножке, либо же если вы меряли сантиметром, тогда по нему меряете, сколько вам нужно в размере. И когда мы с вами закончим, дойдем до того момента, что нам уже не нужно будет расширять, мы с вами начнем вязать вот такие вот цветочки. А дальше уже будем вязать одним сплошным прямым полотном. Ну что ж, давайте продолжим с вами. Еще раз напомню, что именно таким способом мы будем вязать все последующие ряды до того момента, пока не закончим расширять наш тапочек. Начинаем вязать с того ряд, что набираем одну воздушную и вытягиваем. Одна петля на крючке есть, в основании вяжем еще 3. Раз, два, три. Придерживаем пальчиками и провязываем все. То есть самый первый ряд начальный у нас будет начинаться с того, что мы будем именно вязать вот такую вот штучку, да, одинарную. Теперь вяжем одну воздушную, вытягиваем, в основании вяжем 3, так как одна на крючке. Раз, два, три. Дальше вот в это основание, в следующую, вяжем 4. Раз, два, 3, 4. В следующую точку опять вяжу 4. Раз, два, три, 4. 3 связки на крючке провязываю за раз, за нашу нитку ввожу крючок, вытягиваю, провязываю. Одна воздушная. Вытянули петлю. В основание 3. Раз, два, три. В следующую точку 4. Раз, два,
3, 4. Следующую точку. 4. Раз, два, три, четыре. Три связки на крючке провязываем вместе. За нашу петлю вытянули, провязали. Воздушная. Вытягиваем петлю. Одна уже есть. Три в основание. Раз, два, три. В следующую точку 4. Раз, два, три, четыре. И в следующую тоже 4. Раз, два, три, четыре. Три связки на крючке провязываем вместе. За нашу нитку, которую держали, ввели крючок, вытянули, провязали. Воздушная. Вытягиваем. Одна уже есть. Три в основании. Раз, два, три. В следующую точку 4. Раз, два, три, четыре. И в следующую точку 4. Раз, два, три, четыре. Три связки на крючке. Провязываем их вместе. За нашу ниточку вводим крючок, вытянули, провязали. Воздушная. Вытягиваем. Одна нитка на крючке в основании 3. Раз, два, три. Теперь в следующую точку 4. Раз, два, три, четыре. Там, где у нас маркер 4. Раз, два, три, четыре. Три связки провязываю вместе. Вот смотрите, когда мы уже один раз, да, вязали туда, где у нас был маркер, то есть тройную, да, мы туда провязали, а теперь нам нужна сюда же провязать двойную. Это в каждом ряду будет повторяться. Когда вы там, где маркер, провязали тройную, сюда же двойную. То есть вяжем одну воздушную, вытягиваем, одна петля на крючке, в основание 3, раз, два, три. И теперь туда, где маркер, вяжем 4. Раз, два, три, четыре. И провязываем 2 связки вместе. То есть не 3, а 2. Сразу перекалываем маркер, чтобы не потеряться и не запутаться. Дальше вяжем 1 воздушную. Вытягиваем. 1 есть. 3 в основание. 1, 2, 3. Следующую точку вяжу 4. Раз, два, три, четыре. Следующую точку 4. Раз, два, три, четыре. Три связки на крючке провязываю вместе. За ниточку вытягиваем, провязываем. Опять воздушная петля. Вытягиваем. Одна петля на крючке есть. Еще 3 в основании. 1, 2, 3. Следующую точку 4. Раз, два, три, четыре. Следующую точку 4. Раз, два, три, четыре. Три связки на крючке провязываем вместе. За нашу ниточку вытянули, провязали. То есть здесь у нас вязание повторяется. Воздушная петля. Вытягиваем. Одна петля на крючке, 3 в основании. Раз, два, три. В следующую точку 4. Раз, два, три,
4. Следующую точку 4. Раз, два, три, 4. Три связки на крючке провязываю вместе. Ввожу крючок, провязываю. Воздушная петля. Одна петля на крючке, в основание 3. Раз, два, три. Следующую точку 4. Раз, два, три, 4. Следующую точку 4. Раз, два, три, 4. Три связки на крючке провязываю вместе. Здесь могут возникнуть проблемы, что может где-то вот соскочить, там где-то еще что-то, ну вот как у меня сейчас, допустим, да, получилось. Если вдруг у вас не получается вытянуть, допустим, потерялась ниточка, просто распустите и перевяжите заново. Иногда это проще. Воздушная петля, вытягиваем. Одна на крючке, в основание 3. Раз, два, 3. Мы уже подходим к концу этого ряда. В основание, в следующую точку, вяжем 4. Раз, два, 3, 4. И в следующую точку, в последнюю в этом ряду, вяжем 4. Раз, два, 3, 4. Вот у нас 3 связочки. Их провязываем вместе. За нашу ниточку и провязали. И вот когда мы с вами провязали последний раз, да, вот в последнюю нашу петлю, вот эту последнюю точку, мы должны также завершить ряд двойным, да, вот этим вот завершением. То есть вытягиваем, одна на крючке, еще 3 в основании. Раз, два, 3. И сюда же, вот в эту вот точку, да, в последнюю, вяжем 4. Раз, два, 3, 4. Вот она наша двойная. Провязываем вместе. И находим нашу точечку следующую, да, вот когда переходить на следующий ряд, находим ее и присоединяемся. Вот, получается, мы расширили еще на один ряд. Вот таким вот образом, как я показала этот ряд, мы вяжем до тех пор, пока нам необходимо будет расширять наш тапочек. У меня это еще вроде бы 2 или 3 ряда, но я еще посмотрю, когда буду вязать, чтобы тапочки были равномерны. Вы смотрите по тому размеру, который идет у вас. Итак, вот я провязала необходимую мне ширину, вот точно такую же, да, больше мне не нужно расширять, и теперь могу убрать маркер, больше он нам не нужен, потому что мы будем вязать чисто по кругу без прибавлений. Смотрите, вы можете вязать со мной вот такие вот цветочки, если вы вяжете, к примеру, женские или детские такие вот тапочки. Если вы вяжете мужские, вы можете продолжать вязать, как я сейчас покажу, только не меняя цвета. Если вы не будете менять цвета, у вас тогда тапочки будут просто однотонные и одноцветные, скажем так. Тут, как говорится, в зависимости от того, кому вы вяжете и что вы хотите получить в результате. Итак, теперь мы с вами будем вводить новый цвет. Вот я присоединилась, да, последний раз. Теперь вяжу одну воздушную, вытягиваю ниточку, одна на крючке вот есть, в основание вытягиваю еще 3. Раз, два, 3. Начало ряда у нас не меняется. Провязываю вместе. А вот теперь я беру новую нить, новый цвет. В моем случае это зеленый, потому что я буду вязать сначала листики. Протягиваю сквозь нашу ниточку.
Теперь смотрите, ввожу крючок вот сюда, вот в это основание, вытягиваю и провязываю. То есть мне нужно немножечко закрепить, да, как бы нитку. Теперь вяжу одну воздушную. Остатки ниток, вот эти вот хвостики, пока не убирайте, они нам в конце пригодятся. Вытягиваю ниточку, в основание вяжу 3. Раз, два, три. Теперь вот эту белую нитку я перекидываю как бы наперед, да, вот таким вот образом. И теперь следующую точку вот сюда, захватывая вот эту вот, как бы обвязывая эту белую нитку, вот сюда я вытягиваю 4. Раз, два, три, 4. Веду ниточку вот эту белую и теперь также обвязываю ее в следующей точке 4. Раз, два, три, 4. Вот у нас 3 такие вот петелечки, мы их провязываем точно так же, как всегда. Вот эту ниточку можем чуть-чуть подтянуть. Теперь вяжем одну воздушную, вытягиваем. В основание вяжем 3. Раз, два, три. Теперь зеленую ниточку вперед, да, как бы перекидываем. Берем белую и теперь обвязываем зеленую вот сюда в основание. Нам нужно набрать 4. Раз, два, три, 4. Придерживаем дальше зеленую ниточку, в следующую точечку обвязываем опять 4. Раз, два, три, 4. Провязываем наши все петельки. Вот что у нас получается. Теперь перекидываем сюда белую петлю, берем зелененькую и воздушную петлю вяжем уже с зелененькой ниточки. Вытягиваем ее, в основание вяжем 3. Раз, два, три. Опять нашу белую ниточку вот сюда, да, как бы проводим. И обвязываем ее 4 раза. Раз, два, три, 4. Опять ведем белую ниточку и в следующую точку опять 4. Раз, два, три, 4. Провязываем все наши петельки за нашу ниточку, вытягиваем, провязываем. Воздушная петля, вытянули, в основание вяжем 3. Раз, два, три. Теперь зеленую вперед. И вот сюда в основание беленькой обвязываем зеленую 4 петли. Раз, два, три, 4. И в следующую точку опять вяжем 4. Раз, два, три, 4. Провязываем все петли вместе. Вот видите, у нас начинают вырисовываться вот такие вот лепесточки. Продолжаем дальше. Давайте вместе с вами провяжем это. Тут у нас их всего будет 4. Хотя, в принципе, так можно провязать по кругу. Но просто на стопе не имеет особо смысла. Теперь мы с вами убираем белую нитку вперед. Воздушную петлю делаем уже из зеленой нити. Раз. Вытягиваем ее. В основание вяжем 3. Раз, два, три.
белую ведем вот сюда и обвязываем ее 4. Раз, два, три, 4. И в следующую опять ведем белую ниточку, да, как бы мы опять обвязываем. Вяжем 4. Раз, два, три, 4. И провязываем их вместе. Можно белую ниточку немножечко подтянуть. Теперь вяжем. Нам осталось провязать 4-й, получается. Воздушная петля, вытягиваем. В основание вяжем 4. Раз, два, три, 4. Меняем наши ниточки. Вот сюда в основание вяжем 4 белых. Раз, два, три, 4. Вот сюда опять 4. Раз, два, три, 4. Провязываем все вместе. Теперь нашу белую ниточку сюда, зеленую вытягиваем, одну воздушную вытягиваем, в основание вяжем 3. Раз, два, три. Ну, как бы с той, которая на петле, 4, да, получается. Вот сюда в основание вяжем 4. Раз, два, три, 4. И в следующее основание также 4. Раз, два, три, 4. И провязываем их вместе. Вяжем одну воздушную, вытягиваем, в основание вяжем 3. Раз, два, три. С той, которая на петле, на крючке, 4. Теперь нашу зеленую ниточку заводим сюда, берем белую и вот сюда вяжем 4. Раз, два, три, 4. И в следующую тоже вяжем 4. Раз, два, три, 4. Провязываем все вместе. Вот так. И посмотрите, что у нас получилось. У нас вот получилось 4 вот таких вот зелененьких лепесточка. Теперь мы с вами можем обрезать зеленую нитку, только оставить хвостик небольшой, чтобы в следующем ряду мы могли соединить эти хвостики с нашими именно цветочками, то есть розовым цветом. Ну а теперь до конца ряда мы продолжаем вязать вот таким образом. И все последующие ряды мы будем вязать так же, за исключением следующего, потому что в следующем будет немножко меняться по цвету. Итак, в основание вяжем 3. Раз, два, три. Вот сюда 4. Раз, два, три, 4. Следующую точку опять 4. Раз, два, три, 4. Все ниточки провязываем за раз. И провязали. Воздушная петля. И вот таким вот образом, по 3, да, вот таких по 3 сборки мы вяжем до конца ряда. Вот я дошла до конца ряда, и сейчас покажу вам, как его завершать. Мы вяжем воздушную, вытягиваем, вяжем 3 петли. Раз, два, три. То есть здесь ничего особенного нет. Вот сюда 4. Раз, два, три, 4. И в последнюю вяжем тоже 4. Раз, два, три,
4. 3 связки провязываем вместе. И на этом наш ряд закончен. Мы уже не будем здесь вязать, как мы с вами вязали дополнительные 2 связки. Мы с вами присоединяемся вот сюда. Вот так вот. И в этом ряду у нас с вами будет добавляться новый цвет. Розовенький, это будут наши цветочки. Сейчас я покажу, как мы это делаем. Вяжем одну воздушную. В основание вот сюда вяжем 3 петли. 1, 2, 3. То есть ряд мы начинаем точно так же, как и предыдущие. Воздушная, вытягиваем, в основание вяжем 3 петли. 1, 2, 3. Вот сюда в основание вяжем 4. 1, 2, 3, 4. Теперь смотрите, белую ниточку завожу вот сюда, беру новый цвет, нахожу серединку там, где у нас было зелененькое, и вот в него я присоединяюсь, то есть я ввела в него крючок, вытягиваю нитку и 1 раз провязываю. То есть таким образом я как бы немножечко закрепилась, вытягиваю ниточку и обвязывая белую нить, я вяжу, вот первая петля у нас была, да? Сюда же вяжем. 2, 3, 4. Вот 3 связки на крючке провязываю вместе. А вот то, о чем я вам говорила. Вот эти вот сейчас кончики мы с вами можем спрятать. То есть мы их выведем потом на изнаночную сторону. Вот таким вот образом. Давайте прямо сейчас это и сделаем. То есть я зеленую ниточку подхватываю, вывожу на изнанку. Хотя, наверное, даже лучше изнаночно сделать вот эту сторону. Так что возвращаю ее назад. И просто их связываю между собой. Как раз мы уберем лишние нитки, только сильно не затягивайте. Так, и обрезаем остатки. Продолжаем вязать наши цветочки. Итак, вяжем одну воздушную, вытягиваем. В основание вяжем 3. 1, 2, 3. Вот сюда в основание вяжем 4. 1, 2, 3, 4. И теперь вот эту вот розовую ниточку я вывожу вот сюда наперед. Вот так вот. Можно назад. То есть смотрите, как у вас там лучше оно ложится. И вот сюда в следующую вяжу уже белым цветом. 1, 2, 3, 4. И провязываю все вместе. Вот наш первый цветочек получился. Вяжем дальше. 1 воздушная. В основание вяжу 3. 1, 2, 3. Не теряйте вот эту ниточку. В основание 3. 4. 2, 3, 4. А теперь меняю нитку. И вот сюда в зеленое основание вяжу 4, но уже розовых. 1, 2, 3, 4. И уже провязываю все ниточки розовым цветом. Теперь вяжу 1 воздушную. Вытягиваю. В основание вяжу 3. 1, 2, 3. 3. Теперь вот в это основание также розовое вяжу 3, обвязывая белую. 1, 2, 3.
три, ой, простите, четыре, что-то меня на три переклинило. И теперь розовую ниточку я оставляю, и вот сюда вот в следующий промежуток уже вяжу белые. Раз, два, три, четыре. Три связки провязываю вместе. Немножко подтягиваю розовую нить. Вот мы с вами провязали, получается, два цветочка. Нужно провязать еще два. Вяжем воздушное. Вытягиваем. Вяжем три. Раз, два, три. Вот сюда в основание тоже 4. Раз, два, три, 4. Почему-то всегда хочется сказать 3. Так, теперь берем нашу белую ниточку, оставляем ее, и в серединку, там, где у нас зеленая, вяжем 4 розовеньких. Раз, два, три, 4. И три связки провязываем вместе. Воздушная. Вытягиваем в основание 3. Раз, два, три. Вот сюда в основание 4. Раз, два, три. 4. Оставляем розовый цвет. Берем беленький. И теперь вот сюда вяжем 4, но беленьких, обвязывая розовую нить. Раз, два, три, 4. И провязываем все три связки вместе белой ниткой. И осталось нам провязать последний цветочек. Вяжем одну воздушную, вытянули. В основание вяжем 3, 2, 3. Вот сюда в основание тоже вяжем 4. Раз, два, три, 4. Оставляем белую ниточку. Вот сюда в основание вяжем также 4. Раз, два, 3, 4. Провязываем все три связки вместе. Вяжем одну воздушную, вытягиваем в основание 3. Раз, два, три. Вот сюда в основание вяжем 4. Раз, два, три, 4. Теперь оставляем розовую ниточку, и вот сюда в основание вяжем белый 4. Раз, два, три, 4. И провязываем все вместе. Зацепилась розовая ниточка, сейчас мы ее попробуем сбросить. Никак. О, так. Провязываем. И вот мы с вами завершили вязать наши цветочки. Теперь мы можем обрезать нашу розовую ниточку. Она нам уже не нужна. И вот здесь мы с вами можем вновь ее соединить. Сейчас мы вытянем наизнанку нашу зеленую нить. И мы ее можем соединить с нашей зеленой ниткой, которая осталась здесь. И уже они нам не будут мешать. И дальше мы будем продолжать спокойно с вами вязать. Дальнейшее вязание у нас будет с вами по кругу.
Врезаем остатки. И вязать мы с вами его будем по 3 элемента. То есть, сейчас я вам покажу. Вытягиваем в основание 3. Раз, два, три. Вот сюда в основание 4. Раз, два, три, 4. 4. Дальше в следующую точечку тоже 4. Раз, два, три, 4. 3 связки провязали. И вот таким образом мы с вами вяжем до конца этого ряда. Завершаем этот ряд, как и последующие ряды. Раз, два, три в основание. Следующую точку 4. Раз, два, три, 4. И в последнюю точку тоже 4. Раз, два, три, 4. Провязываем все вместе. И присоединяемся соединительной петлей по следующее основание. Смотрите, дальше мы с вами будем вязать полотно, не прибавляя, не убавляя ничего. То есть вот точно такое же, какой вот размер у нас сейчас вот здесь идет, такой мы и будем вязать. Будем вязать до тех пор, там, где у нас, до того момента, там, где у нас начинается подъем, да, там, где у нас поднимается наша ножка, скажем так, вот. И вязать мы будем везде одинаково, то есть начинаем каждый ряд мы с того, что набираем одну воздушную, вытягиваем, в основание вяжем, раз, два, три, провязываем вместе, это каждый ряд мы так начинаем. Дальше вяжем одну воздушную, вытягиваем, вяжем 3, раз, два, три. В основание вяжем 4, раз, два, три, 4. И в следующую точку вяжем опять 4, раз, два, три, 4. Провязываем все это вместе. И вновь повторяем. Воздушная петля, вытягивание, вытягиваем 3. Раз, два, три. Сюда. Раз, два, три, 4. В следующую точку опять 4. Раз, два, три, 4. Провязываем вместе. Ниточку обрежу, чтобы не мешало. Вот. И вновь повторяем таким образом вязание. Вяжем воздушную. И так далее мы с вами идем до конца нашего ряда. Здесь присоединяемся, как мы присоединялись вот сейчас. И опять повторяем наше вязание. Мы должны так провязать до тех пор, пока у нас не начнется подъем. Как бы там, где у нас уже до большой, ну, косточки, да, вот эта вот, которая у нас при подъеме на нашу ножку идет наверх. Именно вот до того момента мы вяжем ровным полотном, нигде не прибавляя и не убавляя. Вот, я провязала ровно столько же. Вот, видите, до того момента, где у меня начинается подъем, да. Теперь я буду вязать, начинать пяточку. Как мы вяжем пяточку? Во-первых, мы кладем перед собой вот так вот лицом, где у нас цветочки, кладем наш носочек. И смотрите, вот здесь вот мы должны с вами определить, сколько нам нужно расстояние, какой у нас должен быть проем, чтобы наша ножка хорошо заходила в тапочек. И помечаем себе маркерами, там, не знаю, булавочками, ну, чем вам удобно. Только расстояние должно быть одинаковое.
сильно широкую не делайте. То есть у меня это вот так вот, две вот этих, два цветочка. Вот так вот. И сейчас мы с вами начнем обвязывать. Смотрите, вот у меня закончилось вязание вот здесь, да? Я вот здесь присоединилась в конце. И теперь мне нужно дойти до вот этой точки. Для этого я набираю 3 воздушные петли. Раз, два, три. Нахожу точечку следующую и присоединяюсь соединительной петлей. Опять 3 воздушные. Раз, два, три. В следующую точечку присоединяюсь соединительной. Опять. Раз, два, три. В следующую точку соединительная петля. Соединительная петля. Раз, два, три. Следующую точку соединительная. Раз, два, три. Соединительная. Раз, два, три. Соединительная. И последние 3 воздушные. Два, три. Снимаем маркер. И сюда присоединяемся. Вот мы дошли до нашей точечки. Это наша конечная точка. Вот сюда мы вязать не будем. Мы сейчас вяжем одну воздушную. Поворачиваем наш тапочек и будем вязать в обратную сторону. Вязать будем точно так же, как вязали раньше. Вытягиваем петлю. Одна на крючке есть. Сюда вторая, третья, четвертая. Провязываем вместе. Провязали. Опять. Ряд всегда будем начинать так же. Воздушная. Вытянули. Одна на крючке есть. В основании еще 3. Раз, два, три. В следующую точку 4. Раз, два, три, 4. Следующую точку 4. Раз, два, три, 4. 3 связки провязываем вместе. Вот так. Опять воздушная петля. Вытягиваем. Одна на крючке, 3 в основании. Раз, два, три. В эту точку 4. Раз, два, три, 4. И в следующую точку тоже 4. Раз, два, три, 4. Провязываем 3 связки вместе. И вот таким вот образом мы вяжем до нашего маркера. То есть вот так вот по кругу идем и вяжем до нашего маркера. Смотрите, вот у меня до маркера мне осталось провязать одну тройную связку. Для этого я вяжу воздушную. Одна на крючке есть. В основании 3. Раз, два, три. В следующую точку 4. Раз, два, три, 4. Маркер снимаю. Он нам тоже уже будет не нужен. И в ту точку, где был маркер, также вяжу 4. 1. 2, 3, 4. Теперь нашу тройную связку провязываю вместе. Вяжу одну воздушную, поворачиваю вязание и вновь повторяю этот же ряд до конца. То есть начинаю ряд, вытягиваю петлю. Раз, два, три, так как одна была на крючке, провязываю и начинаю ряд по новой.
То есть сейчас покажу вам еще раз. Одна воздушная, вытянули, одна на крючке, сюда три, раз, два, три, в основание четыре, раз, два, три, четыре, и в следующую точку тоже четыре, раз, два, три, четыре. Три связки на крючке, провязываем вместе. И продолжаем дальше такими же связочками вязать до конца ряда. Когда доходим до нашей последней точки, начинаем ряд точно так же, как начинали вот этот. То есть вяжем одну воздушную, вытягиваем 3 петли в основании и так далее. То есть мы повторяем ровным счетом вот этот вот ряд, который у нас был. Перед этим наш это одинаковые ряды, и должны мы провязать их столько, сколько у нас по размеру, по длине идет пяточка. То есть вы вяжете до тех пор, пока не дойдете по размеру до конца вашей пятки, чтобы потом мы с вами в конце соединили. Я покажу, как это делать. Вот. И дальше сделали только обвязку. Пока вяжем пяточку до конца пяточки. Вот смотрите, я провязала нужную мне длину до пятки, да, здесь у меня я буду сейчас соединять, и вот он получился размер моего тапочка. Смотрите, вот мы с вами провязали последний, да, такой трилистник, выворачиваем на изнаночку вот таким вот образом и соединять будем с изнанки. Вот у нас здесь наша ниточка. Мы вкалываем крючок вот сюда, в параллельную такую же точку. Вытягиваем нитку и вытягиваем здесь. То есть, как бы, вот смотрите, вот наша точка, да? Вытянули и провязали сюда. Теперь набираем 3 воздушные. 1, 2, 3. Находим следующую точку здесь и здесь. И присоединяем соединительной петлей и подтягиваем. Опять 3. Раз, два, три. Следующая точечка. Соединяем за 2 стеночки, то есть чтобы у нас соединилось наше вязание. Опять 1, 2, 3. Находим следующие 2 точки. Вот видите? И провязываем. Опять 1, 2, 3. Следующие 2 точки провязываем. 1, 2, 3. За 2 точечки присоединили. 1, 2, 3. И вот наши последние 2 точки, мы их соединяем. Теперь делаем 1 воздушную. Поворачиваем наше вязание и точно так же возвращаемся на вот этот конец. Вот мы сделали с вами 1 воздушную, повернули, делаем еще 2, 1, 2, и в следующую точку мы опять присоединяемся. То есть таким образом мы немножечко как бы укрепляем наше вязание. Опять 3, 1, 2, 3, находим. Теперь вновь вяжем 3, 1, 2, 3, находим нашу точку следующую, присоединяем. Раз, два, три, следующая точечка, соединяем. Раз, два, три. Предпоследнюю и 1, 2, 3. Вот находим наши последние 2 точки и присоединяемся сюда, выворачиваем наше вязание, смотрим, что у нас получилось. Вот таким образом мы соединили нашу пяточку. Сейчас нам осталось обвязать по кругу этим цветом и обвязать еще яркую нашу обвязочку.
Итак, мы вяжем одну воздушную, вытягиваем петлю, в основание вяжем 3. Раз, два, три. Провязываем вместе, как обычно. Одна воздушная, вытягиваем. В основание 3. Раз, два, три. Следующую точку вот сюда внизу 4. Раз, два, три, 4. Следующую точку опять 4. Раз, два, три, 4. 3 связки провязываем вместе. То есть мы обвязку будем делать так же, как вязали до этого. Исключением будут составлять вот эти вот наши углы вот здесь вот, да, по вот этим углам. Но сейчас мы до них дойдем. Вяжем воздушную, вытягиваем. В основание 3. Раз, два, три. Следующую точку 4. Раз, два, три, 4. И в следующую точку тоже 4. Раз, два, три, 4. Все 3 связки провязываю за раз. Воздушная петля. Смотрите, нам нужно так провязать до вот этого угла, да? Вот здесь у нас, вот в самом углу прям видно. То есть вот здесь вот у нас будет один вот такой свободный уголок. Вот до него, вот, пока у нас не заворачивается, мы должны с вами провязать вот таким вот образом. Я просто не хочу затягивать видео, поэтому сейчас вот таким образом провяжите несколько вот таких вот тройных связочек до того момента, там, где у вас будет идти поворот. Вот смотрите, я дошла до этого момента, то есть у меня будет вот он наш уголок, и сейчас мы будем вязать его немножечко по-другому. Мы набираем одну воздушную, вытягиваем, в основание вяжем 3. Раз, два, три. Теперь вот сюда в основание 4. Раз, два, три, 4. В наш уголок набираем тоже 4. Раз, два, три, 4. И теперь в следующую тоже набираем 4. Раз, два, три, 4. У нас должно получиться 4 связки на крючке. И мы все 4 связки должны провязать. Вот в этом сейчас будет небольшая сложность, потому что будет сложно протянуть. Провязываем. Вот таким образом мы оформили угол. Вяжем дальше. Я вам покажу, сейчас дойду до следующего угла. Набираю одну воздушную, вытягиваю. В основание вяжу 3. Раз, два, три. Следующую точку вяжу 4. Раз, два, три, 4. Следующую точку 4. Раз, два, три, 4. Провязываю 3 связки вместе. Опять нам нужно дойти до угла. То есть провязываем еще один элемент. Вытягиваю 3 в основание. Раз, два, три. В основание 4. Раз, два, три, 4. И вот сюда вот перед углом, в последний вот наш угол, а мы перед углом еще 4 вытягиваем. Раз, два, три, 4. Провязываем 3 связки вместе. Сейчас найду ниточку. Она убежала у меня вовнутрь. Но я ее вижу.
Поэтому я могу ее вернуть, так сказать. Вот она. Провязываю вместе. И теперь вновь оформляю угол. Вяжу одну воздушную, вытягиваю в основание 3. Раз, два, три. Вниз, вот в эту точку перед нашим углом, 4. Раз, два, три, 4. В угол 4. Раз, два, три, 4. И в следующую после угла тоже 4. Раз, два, три, 4. И 4 связки на крючке нам нужно провязать вместе. Вот так. Вот мы с вами оформили наши углы. А теперь дальше вяжем по 3 связочки до конца этого ряда. Вот я дошла до конца, провязала последнюю тройную связку и теперь присоединяюсь вот сюда, в эту точку, как обычно. Присоединяюсь, вяжу одну воздушную, обрезаю ниточку и вытягиваю. И теперь нам осталось взять цветную ниточку, вот такую же, как мы вязали наши цветочки, и провязать наш край, вот этот наш край. Итак, там, где мы с вами закончили, да, вот белой ниткой вязать, сюда, в эту же точку, я ввожу крючок и присоединяюсь нашим розовым цветом. И набираю 3 воздушные петли. 2, 3. И вяжу столбик без накида сюда же, в эту же точку. Раз, два. Теперь набираю 3 воздушные петли. Раз, два, три. Нахожу следующую точку, в нее вяжу столбик без накида. 3 воздушные петли. Раз, два, три. В эту же точку опять вяжу столбик без накида. Опять 3 воздушные. Раз, два, три. В следующую точку столбик без накида. 3 воздушные. Раз, два, три. И в эту же точку, куда мы с вами вязали, столбик без накида. И вот таким вот образом мы обвязываем с вами до конца этого ряда. Вот я дошла до конца ряда, и здесь, в принципе, мы просто присоединяемся соединительной петелькой, вытягиваем, провязываем одну воздушную, обрезаем нашу ниточку, вытягиваем. И нам, в принципе, осталось только соединить вот эти вот хвостики, связать между собой и обрезать остатки пряжи. И вот наш тапочек готов. Вот такие вот замечательные тапочки у нас получились. Они очень красиво смотрятся, думаю, подойдут как на подарок, так и себе, любимой или любимому, для того, чтобы заниматься домашними делами, ходить дома и наслаждаться вот такой вот красотой. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И до новых встреч! Пока-пока!